Всем привет, друзья! И вот я хотел бы поднять непопулярную такую тему, а именно то, что для меня война началась в 2014 году, когда я пошел в военкомат, и как любят сейчас говорить, для уточнения своих данных. А в 2015 году меня уже призвали. И вот для тех, кто война началась в феврале 2022 года, хочу сказать, что многие сейчас забыли о тех жертвах, которые были до 22 года. О них фактически забыли, и уже никто не вспоминает о них. А кто-то терял побратимов, которые служили вместе с тобой, как я. Кто-то терял сыновей, отцов. Даже кто-то терял матерей. И вот в эти дни о этих жертвах фактически забываются, потому что говорят, мол, война началась в 2022 году. Так вот, как забыли о тех жертвах, о тех героях, по сути, говорят, что война началась только в 2022 году, так и забудут про те жертвы, которые вы принесете на алтарь победы Украины. Как вы забыли всех тех, кто погиб в 14-м, 15-м, 16-м, 17-м, 18-м, вплоть до февраля этого злобного, который, по сути, развязал полностью войну. Я лично считаю, что несправедливо говорить, что война началась в 2022 году. Война началась в 2014. Только она, те, кто говорят, что она началась в 2022, не коснулась тогда. Я лично считаю, что несправедливо говорить, что война в 2022 году началась. Это она началась для многих, а идет она очень долго. И слава всем тем героям, которые до 2022 года сдерживали этот русский мир на Донбассе. И я лично хочу сказать, что герои, те люди, которые были на контракте в армии в период с 21 до 22 года, и они, эти люди, которые были на контракте в период, когда началось полномасштабное вторжение, они своими телами, они те пограничники, которые служили на контракте за копейки, те ЗСУшники, которые служили на контракте за копейки, которые были под обстрелами за копейки, это они сдержали первый удар. И для меня они беспрекословные герои.